Итак, всем привет! Вот мы на канале Артём. Итак, на сегодня мы с вами поиграем в игру «Поезд метро 2D». И сегодня мы с вами покатаемся по Замоскворецкой линии от станций. Каховская до станции Белорусская. Вот у нас бибика такая. Бибика у нас, к сожалению, нету. Ну да, вот мы с вами приближаем скорость, и мы с вами второе видео про эту игру снимаем. Скоро про эту игру будет плейлист. Итак, посмотрим тоже записываем. Вот тут с вами желтый горит. Значит, поехали уже. Тут опять желтый загорелся. Ну мы с вами поедем до станции Каховская, и поедем мы сегодня до Павелецкой. Мы с вами поедем с вами не после до Белорусской, раньше до Павелецкой следом. Вот, мы уже прибываем с вами на станцию Каховская. Станция была открыта 11 августа 1909 года. Это Каховская, видишь? Я не знаю, уже там новые станции буквально. А с вами график, вот, можно посмотреть. Ну, к сожалению, график у нас в этой игре не без спроса. И вот мы сейчас сами откроем двери, и вот пока что пассажиры садятся, нас после до станции Белорусская. Ну, сейчас на переколесовой линии тоже есть такая станция. Вы могли посмотреть обзор, это как катайся по колесовой линии Русичи. Итак, покатаемся, поехали уже на станцию, которую называют... Это Московская ЛД тоже катался, но формат тоже старый. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Варшавская. Так, следующая станция будет у нас именоваться Варшавская. На этой станции я вам раз показывал уже. Эту станцию я показывал вам в симуляторе Московского метро 2D уже. Но технопарка я еще не был. Я вам покажу эту станцию. Но, к сожалению, мы с вами до 40 разгоняемся. Но мы скоро поедем на станцию Варшавскую. То есть, приближить скорость. И, так сказать, на номерном уже с вами катались. Погодь-ка с Кузьминскому тоже. Вот мы туда можем приблизить какую-то. Давайте поехали на станцию Варшавскую. Вот мы уже прибываем с вами. Варшавская. Ну, Варшавской я не был ни разу. Ну, так сказать, вот такая вот станция, не особенно такая Варшавская, но мы с вами такая та же станция, она была конечной, когда мы ехали. Вот поехали уже на Каширскую с вами. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Каширская. Ну вот, поехали уже на станцию Каширская. Я вам тоже рассказывал и показывал эту станцию вам. Ну, номерные сейчас на эти линии ходят у нас. Ну, как сказать, да. Ну, сказать, мы первый раз катаемся в жизни, давайте до 50 разгоняемся, так. И быстрее так, то есть. Ну, да, потом в следующий раз мы с вами покатаемся по Калининской линии. Мы по Кольцевой сначала покатались, потом по Калининской, потом по Таганской с Накрестницкой. Вот мы уже с вами прибываем на станцию Каширская. Станция Каширская. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Но это с вами другой зал уже, это вам зал не показывал. Помню. Так, и станция была открыта, такая же станция будет, это наш, наверное, южный зал, это, наверное, восточный зал станции Каширская. Потому что именно из центра, центр был закрыт, эта станция была закрыта. Но сейчас у нас есть такая станция, но в поисковой линии нас сейчас скоро откроется. Откроется она совсем послезавтра, только 10 мая. Поехали уже на станцию Коломенская, вам тоже расскажу. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Коломенская. Я помню, уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Ну я помню, что бывает тоже был старый сломат, сломат Московского 2D. Там был компрессор, а тут нет. Так, Вики тоже. Итак... Мы уже едем на станцию Коломенская. Я вам уже тоже рассказывал эту станцию. Мы с вами технопарк, я вам про эту станцию расскажу. Ну и почему я до Белорусской? Раньше можно было только следить до Павелецкой. Ну да. До Павелецкой не доедем. Потом доедем. Итак, вот мы уже прибываем на станцию Коломенская. Станция Коломенская. Ну в реальности эта станция закрыта, но скоро она будет открыта уже. Ну да, 10 мая она же откроется, эта станция Коломенская. Ну вот уже с вами на какой станции, рейка уже для этих вагонов. Итак, уже мы с вами поехали уже на технопарк с вами, я станцию тоже расскажу. Вот и поехали.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – технопарк. Платформа справа. Так, уже поехали на технопарк. Но в реальности этой станции не было. Мы все нет московской воды. Так это каталось, не было этой станции. Это проехал, тут тоже была станция. Только там был новый информатор, там, а тут старый. Не взялось туда. И да, мы сейчас, мы выехали, это вот. Вот, давайте. Мы выехали на поверхность, друзья мои. На подписчики моего канала миллионы, что там на Ганчевский метромост. И вот, как мы долго едем на эту станцию, там домики. И как по Таганск с напрессу сказали, поедешь, станция Выхина там встречается. Просто. Станция Технопарк. Платформа справа. Ну, немного... О, ёжка как разгоняется! Блин, тут трафик тоже. Тут какие-то... Тут ёжики ходят на эту станцию. Вот без остановки эту станцию проехали. Итак, есть еще такая станция, еще там технопарк немного не похожа, потому что станция тут наоборот какая-то серая тут. А в реальности она такая фиолетовая, просторная. Эта станция не совпадает светлее. Поехали уже на станцию, которая называется Автозаводская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Автозаводская. Да вот, уже на Автозаводскую поехали, друзья. То есть мы тут с вами опять такие домики, тут автобусы ходить. КМ-16. КМ-1. Ну, пока что так. Вот мы уже выезжаем из поверхности. Блин, давай! Опять там поверхность вылезла. Так, уже побываем на станции Автозаводской. Вам тоже рассказываю. Станция Автозаводская. Наземный переход на станцию Автозаводская Московского центрального кольца. Ну, МЦК тут сказала. Ну, на этой станции МЦК еще того не было. Когда тут были информаторы, сейчас мы с вами... Смотрите, я все идеально. И так сказать, да, вот. Эта станция тут какая-то, она вся большая. Ну, давайте. Поехали уже на станцию Павелецкую. Я с вами тоже расскажу. Раньше именно этой станции следовали. Поехали уже на Павелецкую. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Павелецкая. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Ну вот мы уже едем с вами на станцию, как сказать, она называется... Павелецкая. Именно эта станция конечная раньше была в этой игре. Но в реальности она не конечная. Перегон заставили уже длиннее строить, длиннее. Именно пока что какой-то перегон слишком длинный, но тут сейчас будет выйдет какая-то палочка. Тут выйдет такая палочка, вы потом видео увидите, я забыл. Какая-то палочка тут. Понятно, как перегон слишком длинный стали, но мы уже с вами прибываем до станции, которая называется Павелецкая. Информация скажет, что после этой станции Белорусская. Вот станция Павелецкая. Станция Павелецкая. Переход на кольцевую линию. Выход к Павелецкому вокзалу и аэроэкспрессам в аэропорт Домодедово. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Так, вот сейчас появилась такая станция Павелецкая. Ну, такая новая, что даже может поехать уже, так сказать. Вот такая непонятная станция. Поехали уже на станцию Новокузнецкая. Мы потом выйдем с вами новые станции. Новокузнецкая, Театральная, Тверская, Маяковская и Белорусская. Всего 5 станций. Поехали уже на станцию Новокузнецкая. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Новокузнецкая. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Поехали в Новокузнецку с вами, друзья. В эту станцию уже дня все, потому что тут станция все в Московской воды. Тоже будет боковой зал. А тут тоже есть боковой. Мы с вами поедем на станцию, только мы с вами поедем только одну, без остановки. Мы с вами ни одной станции не проедем. Ну да, ни одной станции без остановки. Только ни одной. Вот он уже тут трафик. Мы поехали уже с вами на станцию Новокузнецкая. Вот она, станция Новокузнецкая. Станция Новокузнецкая. Переход на станцию Третьяковская, Калужско-Рижской и Калининской линии. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. В этой игре таких светильников... Поезд следует до станции Белорусская. Ты сказал, что после до станции Белорусская таких светильников в этой игре не было.
На станцию уже такая тоже не похожа. Так, если уже на станцию театральная с вами. Работаю 95 пассажиров. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона. Поехали на театральную с вами, друзья. Тут можно график посмотреть. Ну, Кузнецк тут сказано 36, а у меня тут, как сказать, да. Ну да, мы выехали пораньше, друзья, с вами. Потому что я вам рассказываю про станции, ну да. Вот мне жаль, что тут есть дату 9 мая. Ну да, вот график можно посмотреть, опять какой-то длинный перекор, блин. Но в реальности он проходит мимо Красного площади. Да. Могу и снова отловить эту галочку. Мы с вами посмотрим. Галочка такая. Как-то мы долго едем с вами по этой перегону. Уж скорость надо приближить, потому что мы с вами поедем на станцию. Ну, как называется, театральная. Новая станция. Вот она, станция театральная. Тоже такая. Станция театральная. Переход на станции Охотный ряд и площадь Революции. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Поезд следует до станции Белорусская. Поезд следует до станции Белорусская. Так, вот станция, вот такая станция похожа уже на реальности. Но тут вот наверху написано тоже театральная. Разработчик, наверное, Данил Радитометов сделал вот так. Поехал уже на станцию, которая называется Тверская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Тверская. На женский голос мы с вами двери закрываем пораньше, а на мужском поздно. Так, как сказать, давайте. Вот мы уже с вами едем на станцию Тверская. То есть какая-то станция уже тоже побывала. Мы сели от Московской 2D, тут у нас плюс 65 секунд. Блин, надо как-то затормозить. Ну, мы с вами уже едем на станцию Тверская. Перегон с вами уже короткий с вами. Давайте. Итак, уже едем на станцию Тверская. Побываем уже. Станция Тверская. Переход на станции Пушкинская и Чеховская. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Ну, вот мы с вами уже дойдя на станцию. Поезд следует до станции Белорусская. Вот мы, друзья, находимся на станции Тверская, ведь станция тоже такая же похожая. Ну, давайте. Раньше станции были не похожие такие, сейчас похожие. Итак, вот мы уже с вами поехали на станцию, которая называется Маяковская. Предпоследняя станция. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Маяковская. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона. Итак, поехал с вами на Маяковскую. Ну, эта станция такая самая красивая всего московского метрополитена. Ну да, вы потом увидите эту станцию с вами, ну да. Это самая красивая станция на этом. И так сказать, ну да, скоро давай станция Динамо, аэропорт и Сокол. И так, который вам только знает, есть так, Сокол и Панфиловская. Так, вот это пасхалка, опять поехал в станцию здесь, Маяковская. Станция Маяковская. Вот такая станция. Вот такая станция Маяковская тоже, она не похожа, это с боковым залом что-то. Ну, такая непонятная станция. Но эта станция тоже похожа, так сказать. И вот, так сказать, такая станция. Поехали уже на самую конечную станцию Белорусская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Белорусская. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Так, поехали уже с вами, друзья, на Белорусскую, самую конечную станцию. Но в реальности там у нас дословно конечная. Это не так и не продлевается больше. Ну, больше у нас не будет строиться никакая линия, ни станции, ничего не будет строиться. И даже вообще эту станцию перспективы хотели сделать. На станцию, так сказать. И вот мы уже там прибываем на конечную станцию Белорусскую. Станция Белорусская. Переход на кольцевую линию. Выход к Белорусскому вокзалу и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи.
За нахождение в поезде, следующем в тупик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность. Пассажиры у нас уже вышли, друзья, и вот конечная станция Белорусская. На станции имеет переход на кольцевую линию и выход к Белорусскому вокзалу, на Павелецкой к Павелецкому. В честь вокзала эта станция названа. Итак, пассажиров мы всех высадили, значит, станция тоже такая же непохожая, но с вами, друзья. Мы с вами не зачем копировать информацию. График, к сожалению, друзья, мы с вами уже на белорусскую приехали. Так, с вами мы сейчас выйдем в оборотный тупик за этой станцией. Ну да, вот тупик. Но скоро будут подлить трех станций. Динамо, аэропорт и Сокол. Я могу эти станции показать и могу вам показать. Это потом в следующем обзоре вам их покажу. Станции с поездом метро 2D. Видите так. Мы с вами в оборот тупик с вами едем, друзья. Ну все, мы с вами покатались. Ну тут вот кольцевая линия, мы с вами покатались на Русичи. И там, и сегодня мы с вами поиграли в игру «Бой с метро 2D». Покатались по Замоскворецкой линии. И всем пока, Сочек, с вами 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 пока, Сочек